Сказки бабушки Анне. Откуда северное сияние пошло? Обрадовалась ветчарина, поблагодарила белого оленя, потом надела на него сбрую, расшитую узорами, украсила рога яркими лентами, села на легкие нарточки, взяла резной хорей в руки, оттолкнулся белый олень от земли своими легкими сильными ногами и взвился высоко-высоко в небо и поплыл по поднебесью птицей парящей, легонько касаясь неба ветвями украшенных рогов. Полосы в небе от оленьих рогов заколыхались. Протянула ветчарина руку, дотронулась до них, и ожили полосы. Заискрились, вспыхнули яркими, живым разноцветием северного сияния. Переливчатое многоцветие красок объяло ледяную мантийскую землю, проникло в избушки сквозь маленькие оконца, затянутые матовым лосиными пузырями вместо стекол. Осветила темные углы низеньких избушек, озарила радостью тоскующих по свету лица мантий, захлестнула радостью их сердца и позвала под цветное небо в трескающийся мороз. Выбежали мантии на улицу, увидели под радужным небом ветчарину и ее белого оленя, а те медленно плыли под полыхающими полосами, легко касаясь их, как струн древнего саны квалтапа, рождая цветную музыку. Музыка половодья разлилась по небу, скатывалась на землю и радовала мантии. С тех давних пор в морозные ночи, когда загорается северное небо разноцветным сиянием, у мантии наступает праздник. Выходят они на улицу танцевать, с ними невидимо кружится и ветчарина.